Ульяновцы – самые активные, веселые и талантливые дети страны. Сегодня мальчишки и девчонки приняли участие в конкурсе «Ярче всех». Они пели, танцевали и читали стихи, старались удивить жюри и гостей своими выступлениями. Сотрудники ВДЦ «Смена» оценивали сценические образы участников, манеру исполнения и артистичность. Зрители отметили выступление Фадиме из Апшеронска. Она исполнила песню о родном крае. Также сменовцам очень понравилось выступление дуэта из Краснодарского края. Екатерина и Маргарита являются студентками Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова. Я давно хотела спеть эту песню, а Рита у нас гитаристка, поэтому я посидела в номере и решила ей аккорды так это положить. А так мы просто... Я очень люблю Элвиса Пресли и Риту. Одной из лучших участниц конкурса, по мнению жюри, стала Александра Сахарова из Нарьян-Мары. Девочка с детства занимается танцами. Саша рассказала о том, кто поддерживал ее во время выступления и какие номера ей понравились. Есть отряд, все мои родные, они всегда стоят за мной горой. Конечно же, люблю безумно свой отряд, они всегда со мной. Вот. Все номера безумно талантливые, фаворита нет, потому что ребята безумно крутые. Очень рада, что находилась с ними рядом. Хоть и маленький промежуток времени. Стоит отметить, что блистали на сцене не только конкурсанты. Одной из самых ярких участниц стала ведущая конкурса Диана Бондарякова. Девочка с детства занимается актерским мастерством и в смене является лучшей участницей сквозного образовательного модуля «Школа ведущих». Мне очень понравилось вести мероприятие. Это невероятная энергетика. Очень классно, когда зал аплодирует, когда ты можешь представлять таких талантливых ребят. И я, в принципе, очень счастлива. «Школа ведущих» — это очень полезный сом, и я советую всем ребятам туда записаться. Обладательницей гран-при стала Арина Питайкина. Она покорила членов жюри и зрителей своим красивым голосом и буквально заставила танцевать весь зал. Для Арины это ее первое выступление на таком престижном конкурсе. Она призналась, что победа стала для нее приятной неожиданностью. Честно, я вообще не ожидала, что займу гран-при, потому что много раз участвовала в конкурсах, уже первое место наградили. Я думаю, ладно, не в этот раз, просто выступила. Ребятам эмоции принесла, зажгла толпу, выступление на выступление. А потом говорят мою фамилию, говорят, что я чуть-чуть лучше других. Просто такие эмоции были первый раз, честно, такое. Сегодня Арине очень помогла поддержка ее настоящих друзей. Победе радовался весь дружный отряд юных волонтеров. Все участники конкурса получили грамоты, опыт выступления на сцене и, конечно же, заряд положительных эмоций.